В последние дни весны люберчане смогут проголосовать по вопросам ремонта дорог на сайте «Добродел». Голосование продлится до 31 мая. Жители Подмосковья выберут те дороги, которые необходимо срочно отремонтировать. Народное голосование по ремонту подмосковных автодорог проходит до 31 мая на сайте «Добродел» в разделе «Дороги». На портале представлен список из 190 участков региональных магистралей протяженностью 600 километров. По результатам голосования в текущем году правительство Московской области отремонтирует 400 километров дорог, получивших максимальную поддержку пользователей. Результаты голосования по ремонту асфальтового покрытия опубликуют 9 июня, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомним, голосование проходит с 17 апреля до 31 мая по ремонту 190 дорог. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.